желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сегодня, 12 сентября, мы, ветераны бокса Донецка, собрались на встречу. Ну, у нас ежегодная, но в связи с некоторыми обстоятельствами так не получается, но в этом году получилось, что мы собрались у Юры Вадько на даче на Донецком море, ветераны бокса Донецка. Не все смогли прийти, некоторых уже нет в этой жизни, но мы их помним. И вот мы сделали такую выставку, как бы сказать, книг. Вот. Это книги наших донецких ветеранов бокса, легенд нашего донецкого ветерана, легенд нашего бокса Донбасса, как Михаил Михайлович Завьялов, Анатолий Анатольевич Коваленко, Юрий Юрьевич Пощевский. Даже у нас есть книга Аркадьева. Это одна из первых книг, которая написана о боксе Украины. Она где-то в 1984 году была готова, но в 1986 году только вышла в издательстве. Вот. Здесь же мы, Петча Сергея, книга «Дончане выходят на ринг», двухтомник, последнее издание, три издания он сделал. Ну и фильмы наши, вот с Сашей мы, фильмы, которые мы делаем. Вот буквально три дня закончили фильм в заслуженном тренере России Олеге Валентиновиче Гуськове. Это фильмы памяти о легендах наших Донбасса, которые уже ушли из жизни. Но мы хотим, чтобы их помнили не только на Донбассе, вот, а и во всем мире. Михаил Михайлович Завьялов, заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер Украины. И вот он нам прислал книги на нашу встречу, книги, четыре свои книги, которые, свои издания разных годов, которые мы тоже здесь выставляем, и ребята знакомятся с этими книгами. По крайней мере, бокс Донбасса этого заслуживает, чтобы о нем писали, говорили и помнили. Thank you.
Я, конечно, очень благодарен, рад, что мы здесь собрались. Единственное, что мы очень редко встречаемся. Я считаю, что наши досуги надо чаще проводить вместе и собираться, чтобы память всегда оставалась с нами. Все мы бойцы проверенные, всем желаю здоровья, долгих лет и чаще встречаться. Всем вам здоровья, здоровья, здоровья и мирного неба. Люблю вас. Такое заслуженное. Желаю вам счастья, добра, удачи. Но я вообще счастливый человек, что я попал в такую компанию, потому что здесь заслуженные люди, заслуженные спортсмены, заслуженные мастера. Вот. И самое главное, ветераны. И я хотел бы всем пожелать здоровья и долгих лет жизни, потому что они нам нужны, ветераны. Хотя бы, чтобы делились опытом с молодежью. Вот, для того, чтобы передавали свой жизненный опыт чисто по понятиям, потому что непонятно, что сейчас творится, и молодежь нуждается в поддержке наших ветеранов. Всем здоровья крепкого, храни Господь. Я хотел бы тоже поблагодарить за такую встречу нас, но и мне сегодня грустно, сколько у нас было друзей, сколько потеряно товарищей, которыми мы боксировали, с которыми мы проливали пот на Донецкой земле, и вот Царство Небесное тем, кого с нами нет. Это люди были достойные. И хочу поблагодарить вас за эту встречу, за, ну, мне приятно, что мы вот так вот встречаемся, хоть помним друг друга. 2 дня назад, 10-го, был День ветеранов бокса, Всемирный день ветеранов бокса. Мы даже этого и не знали, оказывается, многие не знали. Но был тоже праздник. Ну и сегодня у нас юбилей, ну не юбилей, но есть именинник Шпальбер. Мы будем его еще поздравлять попозже. Да. Так что, ребята, мы собрались. Мы собрались, это тоже праздник. Это тоже праздник. Вот, Николай, молодец. Мы собрались, это тоже праздник. Ведь сейчас с каждым сбором нас все меньше и меньше. И мы не виноваты, виновато время. И мы ничего не можем сделать. Заход, закат, восход, понимаете, а между ними жизнь. А? Сегодня, 12 сентября, наша традиционная встреча. Мы встречаемся каждый год на протяжении уже многих лет. И я хочу пожелать всем здоровья. Этот колокол привез мой тренер Иван Иванович Бобков. С Камчатки вез рынду с корабля. Ребята, по традиции, которая у нас завелась здесь, помянем наших друзей, которые ушедшие. Вот первый тот всегда у нас за это. За тех, кого нет с нами. За тех, кого нет с нами. Третий. Холодные глаза, и в них застывший свет, и горький крик разрежет тишину. Ты не жалел себя, не зная свой предел, ты все пытался обмануть судьбу. Ты все пытался обмануть судьбу. Уходите, вы часто без спроса уходите. Уходите, с улыбкой прощая, вы в дальнюю вашу страну. Уходите, ой, что-то вы часто уходите. Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою. Уходите, вы часто без спроса уходите, с улыбкой прощая, вы в дальнюю вашу страну. Уходите, ой, что-то вы часто уходите. Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою. Назад не вернетесь,
тревожи лишь память мою. Грустно от того, что больше ваших глаз все с фотографии смотрят на меня. Ваш маятник застыл, но верю и молюсь, простит и примет небо вас, любя. Простит и примет небо вас, любя. Давайте мы просто, вот мы ветераны бокса, поздравим нашего ветерана, мастера спорта, поэта Игоря Шпальбера с днем рождения. Встречи – это вообще замечательная вещь. Дело в том, общение. Да, что мы первый раз, нас лично организовал тренер Иван Иванович Бобков наш. Тренер, который нас вывел в люди, дал путевку в жизнь, научил очень многому. И благодаря ему мы стали настоящими мужиками, мужчинами, уверенными в себе. Вот большое ему за это спасибо. А вообще наша встреча – это здорово. Это когда мы общаемся, когда вспоминаем прошлое, когда говорим о настоящем, мечтаем о будущем. И дай Бог, чтобы наши встречи продолжались еще много-много лет.
ветераны бокса собираемся у Юрия Вадько, ветерана бокса, мастера спорта, который собирает своих бобковцев, мы их называем. Это воспитанники Ивана Ивановича Бобкова, который душу в них вкладывал. И они вместе с ним начали эти встречи. И так они уже продолжаются сколько, Юра сам скажет. 27 лет. 27 лет мы встречаемся вот за этим столом. Уже и стол один поменяли, был дубовый большой стол, сейчас меньше, но... Людей прибавилось, потому как Карлович сейчас Калиницы, объединились с калининцами, наши прекрасные друзья. Ну и своим примером мы хотим объединить, кто нас услышит, кто нас увидит, ветеранов бокса. Пусть это будет. Вот сейчас Тюмень звонит, они уже с нами. Ну вот так, в принципе. Всем здоровья! Здравствуйте, уважаемые ветераны донецкого бокса. Меня зовут Александр Протасов, председатель правления клуба ветеранов тюменского бокса. Хотим вас еще раз поздравить с праздником, Днем ветеранов бокса, и рассказать немножко о себе. В этом году нашему клубу исполняется уже 7 лет, как мы начали свою работу. В основном наша работа заключается в сборе, обработке и публикации информации о ветеранах тюменского бокса, о наших тренерах, привлечении ветеранов к занятию спортом, организации коллективных мероприятий спортивных, сдача норм ГТО, участие в стальном характере. И в данный момент идет работа по созданию музея истории тюменского бокса. Запускается, отремонтирован спортивный зал, за что огромное спасибо Алексею Ноздрачеву. В этом зале будет ветеранское время. Очень серьезным шагом в нашем развитии стало это возрождение турнира памяти тренеров города Тюмени по боксу. Турнир открытый, и надеемся мы увидеть и донецких боксеров на этом турнире, и ветеранов, заслуженных мастеров спорта донецких. Надеемся на дальнейшее сотрудничество плодотворное. Всем большой привет от ветеранов тюменского бокса. Алло, здравствуйте. Да. Это заслуженный мастер спорта. Значит, я вас поздравляю с Днем бокса, всех ветеранов, всех молодых боксеров. Желаю вам больших успехов. Желаю, чтобы у вас были чемпионы мира, боксеры достойные и прославляли ваш край. Мы всегда с вами. Спасибо, да. Спасибо большое. Я бы с удовольствием. Спасибо большое, да. Да, да. Спасибо. Да. Ветеранов тюменского бокса. Да-да, спасибо. Даю трубочку Шпарберу. С праздником, Игорь Шпарбер, ветеран бокса, мастер спорта. Слушайте, это о нас. Великого спорта звенья. Мы донецкие ветераны бокса. Вы в далекой от нас Тюмени. Правом так называться гордимся не ради форса. Помните джебы, свинги, апперкоты и хуки. Раз кто сразился в ринге, главную знает науку. Науку, как побеждать и как человеком стать. Вспомним же, ветераны, о наших былых победах, о братьях, ушедших рано, о смене, идущей следа. Поднимем за всех наши чарки, забудем про старые раны. Спасибо судьбе за подарки, за встречи нас, ветеранов. Спасибо большое. Донецкие ветераны поздравляют тюменских ветеранов. И мы хотим с вами не то что дружить, а очень сильно дружить. Потому что Донецк — это шахтерский край, это мужественный край. А Тюмень — это нефтяной край, газовый край, тоже мужественный край. Это все мы знаем, и мы любим вас. Нас никто не ставил на колени ни здесь, ни в Тюмени. Тоже поздравляем вас сегодня. Сергей Михайлович набрал, Кочиновского набрал, Саитова набрал, тоже поздравили. Черню набрали, тоже по телефону поговорили. Гайдарбекова, то есть тоже. Всем большой привет вам. Все, Александр, ну что, мы вас всех обнимаем. Да. И здоровья всем желаем. Здоровья. До встреч. До встречи.
спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день от работы, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Я хотел бы, чтобы эта наша встреча осталась в доброй памяти у каждого из вас. Как наши тренировки, как наши поездки на соревнования, как наш турнир Харитонова, наши поездки в спортлагерь. Ведь все было там. Было и хорошее, было немножко плохое, было радостное. Но самое главное из всего этого, вы были коллектив, коллектив мальчишек. И я предлагаю, чтобы эти встречи продолжать. Продолжать, ну, может быть, не очень часто, не все мы сможем встречаться 2-3 раза в году, но хотя бы раз в году. Thank you.
Невзирая на создавшуюся обстановку в Донбассе, все равно Донбасс живет, Донбасс работает, в Донбассе растут замечательные спортсмены. Мы не хотим потерять, так сказать, свой рейтинг там в спорте. Сложно, трудно, но находим какие-то средства. Вот. И думаю, что мы не сдадимся. Я хотел бы пожелать, чтобы во всех было здоровье, вот. Чтобы во всех также росли результаты, чтобы было семейное благополучие, вот. И чтобы та молодежь перенимала все хорошее, достойное, которое тренируется у наших вот ребят, которые я называю ребята, хотя они все уже в, так сказать, достойном возрасте, вот. Ну, по-прежнему я их называю ребята, потому что у них еще есть сила, энергия. И самое главное, что есть большой опыт. Тонк ударом Москвою зовет. Я глазами соперника встречу. Две горы, две скалы, две судьбы. Шаг шагнем мы друг другу навстречу. Ринг открытый глазам и сердцам. Здесь порою секунды решают. И бывает, что боль пополам. Только трусости нам не прощают. Это бокс, это спорт настоящих мужчин. И для нас не бывает неприступных вершин. В бой вступаем отважно. Свой спортивная есть. Не всегда за медали, но всегда за спортивную честь. Ничто нас с пути не свернет, никакие соблазны и блага.
Наш девиз – бокс и только вперед. Наше знамя – напор и отвага. Ринг открыт и глазам, и сердцам. Ты один на один пред судьбою. Вот судья твою руку поднял. Значит, снова удача с тобою. Это бокс, это спорт настоящих мужчин. И для нас не бывает неприступных вершин. В бой вступаем отважно. Злость спортивная есть. Не всегда за медали, но всегда за спортивную честь. Не всегда за медали, но всегда за спортивную честь.